Продолжаем работу по бренду Mr. Blade. Сегодня мы покажем модель Keeper. И она у нас сегодня в двух вариациях. Это такое вот исполнение в стали М390. Это Белли Рудольфхольм в титановом корпусе. И она в двух исполнениях. Вторая у нас в, дескать, кастомной версии. Так, где у нас привычная тряпочка. Я по упаковке не буду останавливаться, здесь все стандартно. А вот по ножам лучше больше рассмотрим и расскажем. Да? Тут у нас уже модель со шнуром, лидером группы «Ленинград», теперь еще и политиком. И на клинке привычная гравировка уже нам, мы ее видели уже на других ножах. Что по ножу? Корпус, повторюсь, в титане, сталь М390. Ну, здесь у нас идет одна бонка, две точнее, упорной нету, да, здесь мы ее не видим. Фреймлок, фрейм на сухаре, есть выпилы в виде трех штук для облегчения. Ну вот он работает достаточно комфортно и мягко. В осевом привычные подшипники, нож флиппер, неплохо флипует. По форме это, ну, такой вот дроп-поинт аккуратный. Причем спуски, несмотря на то, что высокие прямые, здесь они по обуху идет дополнительный спуск к... Ну, верхняя часть. Ну, давайте подробно рассмотрим, наверное, вот эту модель, как она выполнена. Неплохая гравировка, причем она фактурная, на ощупь даже прощупывается. Просторное темлячное отверстие. Интересные винты. Что-то напоминает майкротековские. Ну, не один в один, но вот особенностью формы, я бы сказал. Тот же сухарь, сталь М390. Это премиум сталь, которая производится австрийским концерном. Там, где у нас рулетка, давайте мы их померим. Здесь у нас получается, ну, по нашим замерам, да, где-то 218 клинок порядка. Получается у нас 94. Дальше со штангель-циркулем посмотрим. То есть по обуху у нас получается троечка. Кстати, вот. Если на обух обращать внимание, здесь видна модель. Здесь у нас 105 из 999. И в комплекте вот такой вот идет паспорт, подтверждающий, что, ну, и сертификат, что это подлинная модель, что это 105 из 999 возможных. Да? Вот. Здесь давайте по сведению, нам еще интересно чаще всего. Как он сведен, и на этом, а еще взвесим. Ну, 0,5 стандартные. Давайте по весу посмотрим еще и будем на этом, наверное, уже закругляться. Ну, вот его вес получается 64. Такая эта модель. Ну, также 62 грамма, плюс-минус. Ну что, это у нас был Keeper в стали М390 в таком классическом исполнении и кастомной версии от шнура. Всех благодарю. Пока.